Поезд купе. На нижней полке сидит грузин. На верхней полке молодая парочка. Ну и спустя какое-то время сверху грузину на руку падает капля. Он смотрит на нее. Потом наверх глаза поднимает, говорит: вы что там, говорит, трахаетесь? Ему сверху: не-не, мы мороженое едим. Ну ладно, проходит какое-то время. Сверху опять грузину на руку падает капля. Он так смотрит подозрительно. Ну а теперь что? Трахайтесь, наверное. Не-не, мороженое едим. Ну и проходит еще какое-то время, третья капля падает, грузин ее слизывает и так протяжно: мороженое. А ему сверху: не-не, трахаемся.